Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 5 на странице 94. Произнеси сначала твердые парные по глухости и звонкости согласные звуки, потом мягкие парные согласные звуки. Итак, произносим твердые парные по глухости звонкости согласные звуки. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С. А теперь произнесем мягкие парные согласные звуки. Бе, пе, ве, фе, ге, ке, де, те, зе, с. Объясни, почему в первом столбике 6 пар звуков, а во втором всего 5. В первом столбике 6 пар звуков, потому что звуки... А во втором столбике только 5, потому что одна пара звуки ж и ш, они являются всегда только твердыми. Мягкими они не являются. Поэтому эта пара выпадает и остается только 5 пар мягких парных согласных звуков. А теперь придумаем слова с этими звуками. Б – бор, п – пора, в – вор, ф – фара, г – гол, к – кора, д – дом, т, том, ж, жар, ш, шар, з, зал, с, сало, б, бидон, п, пенал, в, вид, ф, фен, г, гиря, к, килограмм, д, день, т, тень, з, зима, с, село. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.